В Елабужском институте Казанского федерального университета стартовал фестиваль «Студенческая весна». Он был открыт выступлениями факультета иностранных языков и инженерно-технологического факультета. С первого дня зрители были заряжены атмосферой и невероятной энергетикой. Это моя первая студ-весна, и это просто нереально на самом деле. Те эмоции, которые испытываешь ты за кулисами, те эмоции, которые испытывают в зале, это такая буря на самом деле. Это очень здорово и очень круто. Инженерно-технологический факультет представил пародии вирусных видео и театральные постановки. В зале царил задор и хорошее настроение. Факультет иностранных языков, в свою очередь, помимо танцев и песен, поставил оригинальную театральную постановку, затронувшую глубокий смысл и актуальные проблемы современности. Было очень ярко, было очень интересно. Два совершенно непохожих друг на друга факультета выступили. Техфак, как всегда, удивлял нас своими технологическими какими-то интересными приемами. Факультет иностранных языков, как всегда, нас удивил разнообразной палитрой, колоритом. Костюмировано все было, очень ярко, очень театрализовано. В общем, в их стиле очень было здорово. Праздник студенческой весны придет в Казанский федеральный университет 12 марта и продлится до 20 числа. Артем Тупичкин, Универньюз.